вчера после теракта на терминале Нахаль-Оз по Газе прошли слухи о том, что Израиль принял окончательное решение о прекращении поставки горючего в города сектора. Между тем, уже сегодня утром несколько бензовозов пересекли КПП Карни. Широкомасштабная операция в секторе не за горами. Так считает большинство полуторамиллионного населения Газа. К операции ЦАЛЯ в Газе готовятся не только мирные жители, но и боевики Хамаса, которые проходят особую подготовку на этот случай. Как сообщает Израильский центр изучения терроризма, под ружьем у Хамаса 20 тысяч боевиков, которые готовы вступить в бой с израильтянами, египтянами и даже самими палестинцами. Несмотря на блокаду и ухудшение условий жизни в секторе Газа, большинство палестинцев отдали бы свои голоса Исмаилу Хании, если бы президентские выборы в автономии прошли сегодня. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного Институтом социологических исследований в Рамалле. Причина – провал реорганизации ФАТХа и убежденность в том, что навести порядок в Газе Хании мешает Израиль. Ситуация на Западном берегу продолжает оставаться плачевной, несмотря на возобновление переговоров с Израилем. Следовательно, Абу Мазен не оправдал доверия избирателей, считают жители палестинской автономии. США